Уважаемые подписчики канала Пламя, буду сейчас вот выкладывать заднюю стенку мангала. Вот, приобрел я на Озоне вот такие вот причалочки, чтобы крепить леску. Ну, раньше можно гвоздик и натянуть, кирпичик поставить. Сначала гвоздиками пользовался, искал в интернете. Вот нашел уголочек. Красивый такой. Вот так вот он выглядит. Все, вот лесочку натянул. По уровню поставил. Это тоже здесь причалочка стоит. Сейчас погоню. Буду выкладывать заднюю стенку мангала. Разложил на сухую, чтобы не бегать за кирпичом. Поднял кирпич, поставил. Следующий поднял, поставил. Приступаем к работе. Для своего облегчения. Все, не профи, не камень, всего лишь учусь. Мастера ложат без него. Ну, выглядит вроде как бы под расшивку сразу. Маленький такой же кусочек. Везде был одинаковый шов. Не забываю по уровню проверять. Продвинули куточек. Измеряю заднюю стенку. Почему? А не лицевую. Потому что здесь кирпич, матрица
разнополая, ну как разнополая, края ровные, а внутренность выгнута. И она получается, где посередине, там два начала кирпича, они, и вот он плавает. А задняя сторона ровная. Ну, по задней стороне меряю. И задняя сторона будет ровно, то передняя, соответственно, тоже идет ровно. Так, продолжаем. Подвесы обязательно, где будет стыковаться входящий, направляющий, как лучше правильно назвать, примыкание. Закладываю швы. Шов гладенький, не надо его больше затирать. Конечно, не быстро это дело. В нашем деле лучше не торопиться, чтобы потом не переделывать. Вот так вот получается швы. Чистенько сразу. Ну, потом тряпочкой пройти, аккуратно протереть, где что-то вылезло. Вот так вот. Продолжаем дальше работу. Уважаемые подписчики, ну, выкладываю дно печи под казан. Да.
замачиваем кирпич. Дно делаем с перевязкой. Все кирпичи должны перевязываться между собой. Уровень можно, ну, стараться, конечно, придерживаться уровня. И первый ряд, ну, вот, заподлицо с облицовкой. Укладываем. Швы потом заполним. Раствором. Бетончик пролить обязательно. Обязательно надо смачивать, что он впитывает влагу. Разложим кирпич, сначала насушим. Посмотреть, почему, чего, где можно, как связывать его. Ну, потом, чтобы тебе было удобнее, легче. Можно достать сразу кирпичи. Потом их
хорошо, быстро. И как облицовочный кирпич? Я швы потом пролью жидким раствором. Он не совсем жидкий. Вот так вот, ребят, видите, получается уровень. Докладываю ряд первой печки, дна печки казана. Кончился раствор, выключал камеру, выходил накладывать раствор. Замешивать. Здесь можно делать по-разному, кто как, кто может один четырем делать, кто хочет один к трем. Вот. Нашел себе пропорцию. Один, 3,5. Хорошо получается. Первый ряд.
промою, пролью водичкой, чтобы просвод закидать. Сразу укладываю первый ряд, а не так рассказывает наш учитель Олег Михайлович, подсказывает, говорит, сначала можно, надо бы их выгнать полностью облицовку, потом, говорит, можно, надо приступать за внутренность. Я и облицовку поднимаю, и мне так удобнее читается, ну, картинка видна. Может, конечно, со временем научимся делать, как Олег Михайлович. Сейчас первый ряд выгоню, потом буду поднимать облицовку. Второй ряд подниму, тоже за, до дверки, до этого зольника. Поставлю дверку и буду дальше поднимать. Дно пока оставлю. Здесь много. Работаю один. Помощники много требуют, просят. Все хотят заработать. Молодежь сейчас не хочет работать. Хочет деньги получить просто так. Заскакивать будет хорошо.
все делается не быстро. Как опыта такого нету с кирпичом. Это каменщики, кто работает уже по много лет. Раз-раз, уже на глаз сколько надо раствора взять на мастеров. Уже на глаз определяет. Мы новички вот так вот. Как-то так, товарищи. Добрый день, подписчики канала Пламя. Сегодня продолжаю стройку мангала. И сегодня сделаю четвертый ряд стены мангала, третий ряд облицовки печи и заложу, если успею, заложу второй ряд печи под казан. Приятного всем просмотра. Как получится, что все покажу. До новых встреч. Товарищи, ну сейчас вам покажу, как я собираю мангал. Вот сейчас буду собирать второй ряд, дно зольника печки под казан. Вот я приготовил. Вот у меня проект, порядовочка. Перевязываем кладку кирпичей первого ряда, второго ряда. Сложного ничего нет. Замочили кирпич. Сложного ничего нет, лишь бы было желание. Научиться можно всему.
опорный замочек, кирпич отправим. Водичку пусть впитывает. Тоже. Ну вот, товарищи, заложил я второй ряд печь под казан с огнеупорным кирпичом, подзольник. Здесь станет дверька зольника. Завтра, послезавтра привезут. Он поднял 4 ряда сегодня. Время подходит к завершению рабочего дня. Сейчас вот этот еще ряд подниму до 4, до 4-го ряда. Саму печку пока не буду поднимать. Дождусь дверки. Ну вот как-то так. Класки 4-го ряда стенки. При стеночной стенке, да, мангала. Обвесы, ребят, не забываем по парочке потом примыкание сделать. Это уровень. У нас сегодня дождик идет. Прохладненько, хорошо, работать можно.
работа не быстрая. Засколка не стоит денег один. Видно, по лагеру кто-то не докричалось. Такой тупик десяточка. Вот там как топчик был ровный. Так вот работаем.